Друзья, снова всем привет. Значит, в этом видео проверяем очередной лайфхак из ТикТока. Сейчас мы будем чистить доску. Но перед тем, как его проверить, этот лайфхак, давайте посмотрим видос автора этого видео, как там чистят доску. Значит, ребята, для этого мы взяли, у нас вот такая вот есть доска, она уже старая, видите, она такая вот. Мы ее не используем, она чисто лежит, жалко просто выбросить. Значит, она очень-очень уже, видите, грязная такая, жирная, вот здесь вот чувствуется жир. И сейчас мы вот на вот этом примере, на старой доске, на вот этой, будем показывать вам, очистится она или нет. Для ее чистки нам понадобится соль, сода и уксус. Насыпаем соль. Все как показано в видеоролике. Теперь соль вот так вот таким образом растираем, как бы втирая ее в доску. Теперь вторым слоем насыпаем соду. Вот таким образом, как и соль. Ну и теперь соду с солью втираем. И теперь напоследок нальем уксус сверху, вот таким образом. Немножечко разотрем, разгоним уксус по краям досочки и оставим в таком положении на 10 минут. Прошло 10 минут, берем досочку, теперь нужно ее промыть под теплой водой. Все согласно инструкции делаем. И сейчас вместе с вами посмотрим, как же она изменилась. Ребята, ну что хочу вам сказать. Значит, покрутил я ее, повертел. Вот она сторона, которую мы чистили. Да? Вот она сторона, которая не очищена. Ну, в принципе, никаких изменений, да, наверное, вы заметили, да, никаких изменений нет. Возможно, для чистки вот такая доска подойдет, она новее. Может быть, она очистится, но экспериментировать уже не будем. Поэтому оставляем это дело за вами. Попробуйте и вы почистить. Возможно, вот эта такого плана доска у вас очистится. Лично у нас вот эта старенькая, которую уже пора выбросить, которой мы уже не пользуемся, она не вычистилась. И нам ее не удалось восстановить. Все, на этом все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.